Здравствуйте, меня зовут Николай. Этот мультфильм я сделал в качестве портфолио. С помощью него я расскажу, а главное покажу, что я умею и чем хотел бы заниматься. Сейчас, для затравки, я покажу вам маленький фокус. Внимание, следите за руками. Та-дам! Ну, думаю, из того, что я одеваю разные веселые маски, показываю фокусы и жонглирую, становится ясно, что я ищу работу аниматора. Ой, ай! Извините. Аниматора или хотя бы 3D-моделлер? При создании этого клипа я пользовался такими программами, как 3D Max, Motion Builder, ZBrush, Propagan, Photoshop и After Effects. Также скажу вам по секрету, я знаком с Майя. Привет, Майя. Благодаря этому знакомству я познал MEL, встроенный язык Майя. Я представляю, как писать интерфейс, скрипты и экспрешены на этом языке. Вообще, я имел дело с такими языками, как C, C++, Pascal, MATLAB и даже встроенный во Flash ActionScript. Ну, это было лирическое отступление. При создании этого мультфильма я не пользовался средствами программирования. Да и Майя тоже. Давайте вернемся к нашим баранам. Расскажу вам о процессе создания этого видео. Скелет человечка сделан в системе CAD. Кот, простите за тавтологию, тоже зареген кэтом. Голова и руки идола движутся благодаря анимации простых костей, bones. Бипедом я тоже часто пользуюсь, но не в этом видео. Также я не брезгую автоматизированными системами анимации. Как, например, походка в начале ролика или поведение ткани в фокусе. Вот этот скелет зареген обычными костями и проанимирован с помощью Ragdoll и Rigid Body физики в программе Motion Builder. Мимика персонажа также сделана в Motion Builder с помощью фонемной синхронизации голоса и морфа. Ладно, хватит разговоров. Сейчас я покажу, на что способен боевой аниматор. Покажу, вот на этой кухне. Так, все нормально. Продолжим. На этот раз движение груши смоделировано не в Motion Builder как скелет, а в Mass FX. Ну, пора заканчивать. Напоследок я выпущу дух из этой груши. Сейчас вы наблюдаете результат использования такой техники автоматизированной анимации, как поток частиц Particle Flow, совместно с плагином моделирования дыма и огня FumeFX. Упс, пока.